все. И Энджи, имей совесть. Я загнала трех водителей, чтобы примчаться к тебе. Крис, прости меня, я задержалась. Где ты была? Я была в шоке. Что случилось? Видишь это? Это книга. Что? Книга. Маленький толстый журнал без картинок. Я решила написать книгу. Энджи, ты такая смелая. Ты поможешь мне? Конечно. Все, давай писать. Давай. Вот. Прямо сейчас я буду писать книгу. Ну? Крис. Я не могу написать книгу. Почему, милая? Вот. Вот. У меня тоже, значит, я тоже не могу написать книгу. Но у многих писательниц с Рублевки тоже такие ногти. Но они как-то пишут свои книги. О, Крис, кажется, я знаю, что делать. Зина! 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 Ну! Зина, покажи нам свои руки. Да. Вам какой-то конкретный палец показать? Или все? Все. Не пугайся. О, кошмар. Не пугайся. Так выглядят обычные ногти без маникюра. Зина, нам нужны твои руки, чтобы написать книгу. Чтобы написать книгу, в первую очередь нужны головы. Зина, мы заплатим тебе деньги. И выходной. Окей. Держи. Садись. Пиши. Книга. Название. Так, название придет потом, да. Правда? Потом. Итак, она бродила по своему особняку. Ей было грустно. Она посмотрела в окно. Там лежал снег. Тогда она посмотрела на часы. На них было 4 часа и 356 бриллиантов. Ну, понятно, что вижу, то пишу. Так, не отвлекайся, пиши, пока прет. Давай, милая, давай. Вот именно. Она была грустна. И чертовски красиво. Она взяла журнал. Изящно. Да, моя милая, да. Она изящно взяла журнал. Там была статья о том, как... Так, Зина, возьми вот эту статью и перепечатай, пожалуйста. Да. Нет уж, этим я марать бумагу не буду. Я сюда устроилась убираться, а не гадить. Зина, ты что? А вдруг мы окажемся круче Пушкина или этого, как, вот, Достоевского? Лучше круче Гоголя. Он сжег второй том своей книги, а вы сожгите сразу первый. Ну и пожалуйста. Нетушки, Зина. Мы обойдемся без твоих дурацких советов и без твоих рук. Да. Мы сами напишем книгу. Иди, пожалуйста, и работай. За окнами уже темнело, когда к дому подъехал Бентли. И из него вышел ее любимый муж. Пожалуйста, помедленнее. Я не могу помедленнее, у меня сейчас муза пропадет. А у меня педикюр пропадет, если не будет помедленнее. Ию, хорошо. На улице. Тем не менее. Когда?